Юра, я вас одна прокормить не смогу. Иди вон хоть на биржу встань. Маленькие от деньги. Эй, мужик, ты чё? Так ты, выходит, старлей в отставке. Выходит, что так. Я тоже в отставке. Но я третий месяц не могу работу найти. Для работы на прииске по добыче золота требуется здоровье мужчины. По пол лимона на брата. Сколько? Геологоразведка в прошлом году дала 5 грамм на тонну. Месторождение богатое, нетронутое, все три участка на Катуге. Да ты чё, на добыче каждый день дура. А они вдруг добор объявили. А? Значит, им рабочих рук не хватает. Так что и сегодня-завтра будешь золотой король, Юрок. А чего не встречает-то никто? Значит так, чернота. Работаем на прииске. Моем шлих. 12 часов вкалываем. 12 спим. Дисциплина строгая. Положение военное. За периметр не ногой. Ну чё, Ирок, как ты? Ничего себе. Вот дела. Нормально, нормально, привыкай. Такое бывает. Нам же еще по 500 тысяч нужно заработать. Ну да. А я начальник участка, Веретенников Василий Иванович. Можно просто Чапай. Я сейчас мужиков подобрал стоящих. А зачем тебе этот старлей? Кто? Новиков. А, танкист. Так он в дизелях разбирается. Парень хваткий. Слышь, старлей, давай к нам бригадиром. А то без тебя с блатными не сладят. Но ты связи его все-таки пробей. А что? Думаешь, засланный? А может, это ментовская легенда? Один крутого изображает, другой лохан. И друг друга прикрывают. Быстро ты, Юрок, дошел. А вы что, не такие были? Кольцо лопнуло! Масло стравливает, все, шабаш, работать нельзя! Бери вездеход, гони на третий, чтоб к вечеру все заработало. Это что? А ты что, не догадываешься? А если Марта с Новиком до города все-таки доберутся? Мочить будем всех. Я, знаешь, Лен, баблом и свободой рисковать не хочу. Не знаешь ты еще, Новиков, в какое гадючее гнездо попал? Как они могли уйти с золотом? Они профи, Станислав Павлович. Похоже, тоже спецназ. Денег нет, работы нет. За мужа аванс обещали. Какая еще жена? Погляди, что здесь написано. Холост. Следствие, контроль генеральный. По-тихому не мог? По-тихому не дали. Дело в том, что Мартов подозревается по 6 статьям, в том числе предумышленное убийство. Выйдешь на связь, когда все будет. Да будет, Палыч, будет. По следу идем. Собаки! Отказался, уехал. Тебя одну с ребенком бросил. Нет, ну как это вообще? Ты на кой черт их привела? Шли бы своей дорогой, все зло, беды от них были. Мы движемся к Манюткина. Нас преследуют вооруженные бандиты. Возьми меня с собой. Возьму, если выживу. А ты сапог дружили? Не сапог, а гвардии старший лейтенант запаса, ясно? Согласны ли вы стать законной супругой? Ты меня предала, поняла? Выпустите, где вода? Я тебе не Гарик. И приказы здесь выполняются. Беспрекословно и бегом. Надо Бурова сдать ментам! Карать, сука! Карать, тики-так! В нашем деле второго шанса не дают.